Здравствуйте, туристы, милитаристы, миру мир, нет войны. Сегодня каналу Архадер исполняется 7 лет. По этому поводу, скорее всего, в ближайшую пятницу выйдет какой-нибудь кухонный монолог. Повспоминаем, пообщаемся и так далее. У меня просто чисто по времени сейчас не складывается. Хочется какую-то все-таки вкусную нарезку дать. И именно как-то вот, как-то, как говорится, подытожить какие-то промежуточные этапы. В любом случае, сегодня у нас... Все еще действует скидка на Ламни, а именно до 15 декабря включительно с промокодом Архадыр1222 на Ламни скидка на весь ассортимент 12%, включая в том числе и этого красавца. Итак, Лиль 1 Вайпер Технокат. Сразу скажу, мне Лиль 2 с шипсфутом нравится больше. Здесь прямо такой, с другой стороны, вы знаете, вот весь... Прикол в чем? Я надеюсь, что я вам и Лиль 2 покажу и даже протестирую его. Но Лиль 1 это именно такой, здесь даже дело не в том, что он какой-то скорняжный, а в том, что на 67 миллиметрах клинка Jesper Waxness он умудрился сделать здесь вот это вот этим брюшком просто максимум реза, выдурил из 2,5 дюймов клинка. То есть на самом деле с точки зрения порезать Лиль 1, он гораздо круче. С точки зрения того, что больше похож на Бонса и Аламиков, Лиль 2 гораздо круче. Поэтому мой любимчик Лиль 2. Обязательно вам его покажу. Итак, Лиль 1 Вайпер Технокат. Дизайнер Vox. Длина 167 мм, длина клинка 67 мм. Молодец, сделал нормальную рукоять при небольшом клиночке. Почему? Потому что рукоять важна независимо от того, что вы там дальше будете делать. Что вы будете ковырять этими 2,5 дюймами. Ширина клинка 29 мм. И при толщине по обуху 3,6 у нас получается действительно очень-очень режущая геометрия. Сатинчик, сталь Elmax, рукоять или G10, или Micarta, или карбон, причем карбон здесь, посмотрите, он как-то называется там, типа Snow какой-то, или что-то, или Ice, что-то там связано с, я просто сейчас, у меня под рукой нет названия, но на самом деле карбон дивно прекрасный, он очень классный. Как вы видите, здесь так аккуратненько таким подстукивающим уголком выходит хвостовик. Монтаж у нас full tank разборный. Вес 108 грамм. Ножны Kydex. Причем Kydex, респект и уважуха вайперам. Потому что они сразу поставили сюда маленькую ультиклип. Все. По сути, больше ничего не нужно. Не нужно. Все очень все хорошо, все замечательно. Хотя такого размера ножи, даже если у вас большое межсисечное пространство, вы можете носить даже как шейник. Здесь все зависит от того, насколько вы сами великолепны в своих там 140 килограммах. На Ламни этот нож стоит от 150 до 192 евро, в зависимости от рукояти. Ну, разброс довольно серьезный. И вот совсем недавно я вам говорил, что, блин, ну, итальянцы подутомились, и как-то они подустали, и Vox и Ansa тоже они как-то вот что-то нет, чего-то яркого и прочего. При этом я беру этот нож в руки, я понимаю, что здесь все сделано по-человечески, все сделано по-людски. То есть это именно нож, он крайне практичен, он очень-очень удобен, несмотря на свои, то есть это вот для горфикса, или для легкого хайкинга куда-то там на природу, вот просто ничего лучше не нужно. Здесь посмотрите, сколько пропилили всяких разных насечечек. Вот, на клинке 2. То есть вот у нас диагональный хват. Чик-трак, хоп, развернул, вытащил. Вот у нас интеллигентный диагональный хват, как я называю. Когда вы ставите вот сюда, здесь именно нет чойла как такового, но сделан именно вот выход такой пятки упора, скажем так, с насечкой таким образом, что вы запросто можете сюда поставить или вот таким образом указательный палец, или вот так подушечкой и поставить или в первую, или во вторую насечки большой палец, или, конечно же, вот у нас сразу раз,
для того, чтобы что-то вскрыть аккуратно, снять какую-то там кожицу, что-то еще. Невероятно удобно таким именно, ну назовем это так, а-ля скорняжный хват. Именно почему? Потому что у меня очень грамотно здесь закрывается средним пальцем вот в выемку. Именно что большой встает вот сюда, и указательный встает на насечку. И получается такой невероятный контроль клинка, что можно прямо, если руки с похмелья не трясутся, или после кофеина, после спорта, можно прямо идеально какую-то мельчайшую работу, очень-очень кропотливую делать. Плюс то же самое, если мы делаем не вот таким вот, как боковыми движениями, а сверху вниз то же самое. Вот мы ставим и вот таким вот образом все делаем. То есть на самом деле для какой-то аккуратной, для какой-то мелкой кропотливой работы нож просто создан, он прямо вот идеален. С точки зрения, что бы там ни случилось, как говорится, вот у нас рукоять, вся вот эта вот пухлость прячется в ладонь, четко здесь запирается двумя пальцами, и очень-очень такой хороший, эффективный диагональный хват. Отвертка как раз-таки для каких-то вот манипуляций. И, безусловно, должны быть пятна на солнце. Молоточный хват здесь, он именно такой, ну, это надо пробовать. Это надо пробовать. Я повторюсь, я очень надеюсь, что вайперы пришлют мне Лиль 2, потому что об этом у нас ведутся переговоры, и сразу же, как говорится, в лес, сразу будем до одури там отстругиваться по полной, потому что очень интересно именно, как поведет себя вот эта вот разноплановая рукоять при работе по деревяшкам. Если кто-то скажет, что для работы по деревяшкам этот нож слишком маленький, клинок слишком маленький, я вам могу сказать, что наиболее часто мной используемый нож при работе, при какой-то мелкой там колышки, не колышки, сучки, какие-то поделки с сыном. Прошу прощения, сейчас сделаю глоток чая. Вот. Элдрис. Там клинок еще меньше. То есть в этом плане вообще нет никаких проблем. В ножнах нож сидит очень плотненько. Здесь не вытряхивается. Как вы сами понимаете, ультиклип дает возможность переброса на другой борт, и у нас и право, и лево руки ножны. И есть еще один прикол. Вот здесь как бы есть для того, чтобы аккуратно достать, такая площадочка. Она есть, она работает. Но что мне нравится в таких ножах, действительно, что мне нравится в таких ножах, это то, что если в случае какого-то кипиша, в случае какого-то именно, вот нужно прямо сразу, я боюсь сейчас свернуть, чтобы камеру не свернуть. Короче, получается так, что у вас рука вслепую ударом идет вот в эту вот выемку, и сразу нож очень быстро извлекается. Чик-трак. Для горфикса... Но все зависит от того, чем вы по жизни занимаетесь, какие у вас убеждения и увлечения. Как вы видите, здесь у нас сатинчик идет под таким углом. Очень аккуратно все. На самом деле очень классный нож. То есть то, что я ворчу по-стариковски. Вот, устали итальянцы, что-то новое, что-то свежее. Сам по себе нож симпатичный, карбон здесь суперский. Скажу честно, опять же, вот цветовые сочетания G10, они меня так сильно не вставляют. То есть кому-то понравится, там есть черно-оранжевый, например, G10, какие-то вставки и так далее. Они неплохие, но вот на карбоне или на микарте это прям вот то, что доктор прописал. Причем вот микарта супер и карбон тоже супер. Вот, и получается очень-очень ловкий. Невероятно такой прямо выпрыгивающий в руку нож, быстро достается, можно там, я не знаю, что-то быстрое делать, агрессивное, можно делать очень-очень тонкую, какую-то аккуратную, кропотливую работу, и сам по себе формат, это именно такой прям вот горфиксик, то есть вот как-то так. Все. Спасибо за просмотр. Вот так вот. Вот так происходит с голосом. Всего доброго, миру, мир нет войне. И, конечно же, ребята,
сегодня и завтра на Ламни все еще скидки. Архадыр 12.22. Блин, 100% мне напишут 16 числа, а есть на Ламни скидос. Ну, как бы вот сейчас, в данный момент он есть. Спасибо за просмотр. Пока, ребят.